представительств посольства Божьего 72. Сюда входят поместные церкви и представительства, открытые в городах. Из них социальных церквей 39, и вот представительства и церкви, о которых я говорила, 23. Общее количество людей в церквях 1700 человек. Домашние группы в церкви 75. Социальное служение в церкви 41. Направление деятельности, в которой посольство Божье распространяет Царство Божье. Детские дома, бездомные, молодежь, подростки, дети-сироты, инвалиды, созависимые, мужские колонии, женские колонии, пожилые люди, бизнес, женщины, мужчины, семьи, дети-инвалиды, творчество, предприниматели, благотворительность, профилактика негативных явлений и, конечно же, реабилитация зависимых, а также больницы, где находятся ВИЧ, инфицированные и люди, болеющие туберкулезом. Давайте воздадим славу Господу. Церковь реабилитации открыта 10. Количество колоний, в которых ведется работа, 13. Количество капелланов 9. Духовный учебный центр по всему региону 16. Количество звонков на линии давления за этот год 2800. Зарегистрированных общественных организаций и благотворительных фондов 34. Количество людей, вошедших в общественный совет своего региона, города или российский общественный совет 11 человек. Также в этом году в нашем регионе отмечено наградами, грамотами и дипломами правительств, губернаторов и мэров города больше 12 человек. И последняя цифра. Общее количество влияния на регион, на людей, живущих в регионе, иначе говоря, на общество. Это огромная цифра. 3 миллиона